Квартиры в Краснодаре покупают даже москвичи. Все дело в низком проценте по ипотечным кредитам. Одни из самых удобных условий предоставляют банки «Дельта Кредит». По итогам прошлого года организация выдала почти 390 миллионов рублей на покупку новых квадратных метров. По словам руководителей краснодарского филиала, планы на этот год еще более масштабные. Их поможет воплотить в жизнь новый офис, который открылся в центре краевой столицы. В этом году мы планируем увеличение выдачи ипотеки нашего банка в регионе на 60%, во многом благодаря открытию нового офиса на Октябрьской. Одновременно мы прогнозируем дальнейшее снижение ключевой ставки Центрального банка, что повлечет за собой снижение ставок по ипотеке и, безусловно, простимулирует спрос со стороны покупателей жилья. В банке представили новые программы, которые привлекут клиентов. Например, кредит для тех, кто живет в съемной квартире и покупает жилье в доме, который еще только достраивается.